День рождения священника не только радостный для его родных, но прежде всего для прихожан. Община Александра Невской Лавры, где служит иеромонах Дмитрий Самойлов, бессменный ведущий передачи «Православный календарь» на нашем телеканале, молитвенно поздравила юбиляра с 50-летием. Отец Дмитрий все время в трудах. Кроме монашеского послушания в Лавре, он находит время для нашего телеканала, духовно окормляет воскресную школу «Нечаянная радость», и неизменным успехом заслуженно пользуется театральная студия, организованная отцом Дмитрием. Кроме того, отец преподает в Русской христианской академии, пишет стихи, музыку. Проповеди его всегда просты и возвышены. Явилось к нему божество, им исполняется природа, Вселенской церкви торжество и человеческого рода. С праздником всех! Конечно, очень радостно общаться с таким священником. Он всегда наполнен любовью. Благодарим Господа за счастье общения с таким удивительным человеком. Дорогой отец Дмитрий, поздравляю.